лицевом лицо матча без конференцию. Михаил Федорович Климин, главный тренер «Хакама Кимок», ваш комментарий. Играли хорошо первые полчаса, три часа. Навязали борьбу тоже. Соперник мастеровитый, как бы, не любит. Просто ребят держать побольше шага, посылаться, не отдавать. Как бы. Чтобы мастера побегали, это неприятная вещь. Леонидович не распасовал, да? Что ребят, когда бегаешь, отбирай шаг. Поэтому где-то даже не пропустили, они не остановились, отыгрались. Как бы. В принципе, пол за полчаса я доволен. Вот. Характер был. Начали играть сквозь кость, но немножко подкосила травма Матыгулина. Сейчас он стоит, как буква Г, на массажном столе в спину, чуть-чуть за спиной у него. Но это хоккей. Мы работаем, как бы. Мы просто счет такой, что не понимаешь, работаешь ли ты или что ты делаешь. Вроде кажется, работаешь, а такой счет. Там не сегодня вообще, да, сколько там у нас, мы забиваем один гол, есть вопросы к нападающим, да, если у них вообще совесть, потому что вратарь у нас, как бы, да, это как больше полкоманды. Мы получаем 44 броска на места 16, ну, по нашим подсчетам, может, даже меньше. Ну, рано или поздно у него тоже стоит нет, он человек. То есть хотел бы его поблагодарить, его, он такой хороший парень, работяга. Вот. И поздравляю коллегу с победой, мне больше нечего добавить. А заменили вы, потому что он вратаря? Нет, нет, я прочитал в каком-то интервью там одного тренера, фамилию, что он говорит, что нужно не брать тайм-аут, мало ли пригодится. Можно принять вратаря. У нас два сильных вратаря, у нас получилось так, что мы шахматисты отдохнули чуть-чуть. Просто что вратарь был одет, он должен был одевать перчатки, где-то пока он переоделся, ушло время, хоккеисты отдохнули. Но они быстро поменялись, молодые парни, то есть мы, вот, ну, просто пришло в голову это сделать. Но, видите, он получил один бросок, один гол, мы его порвали там, там лучше нападение, защита. Вот. Спасибо, Андрей Леонидович Гусов, пожалуйста, ваш комментарий. Мы неплохо играли. Знали, что соперник может преподнести сюрприз, такой, как он преподнес Гомель. Знали, что амбициозный тренер, амбициозные ребята после 20 пропущенных шагов предыдущих матчах будут стараться. Было видно по предыгровой раскатке, что соперник заряжен, соперник был настроен. Повторюсь, что наши ребята ни в коем случае не недооценили соперника. Играли с первых минут строго, играли с первых минут правильно. Единственное, что реализация хромает у нас, вот этот матч, моменты идеальные, шикарные, и буллиты, и выход в 1-0, и чуть-чуть не хватает, да, именно в завершении. Дай Бог, чтобы это чуть-чуть перенеслось на последующие матчи, да. У нас сейчас начинается более серьезная серия, там выездная серия, потом домашняя с более серьезными соперниками. Повторюсь, что в целом я доволен игрой своих подопечных. Готовимся. Спасибо. Кадровые потери могут усилиться потерей Куцевича? Я не думал, что она усилится потерей Куцевича. Сейчас отправим в федерацию этот эпизод. В момент передачи игрок был силовой прием, да, идет в момент передачи. Не думаю, что там было что-то такое серьезное. Игра в тело, это хоккей, правильно сказал Михаил Федорович. Быть готовым ко всему, тем более после первого периода было дано задание хоккеистам играть жестче, потому что в первом периоде просто бегали за игроками соперника, пытались вчастую отобрать шайбу. В хоккее вчастую не отбирается, да, отбирается силовым путем. Вот. Поэтому мое видение этого момента, силовой прием, момент передачи. Просто игрок отдает передачу, немножко расслабился и получился такой. Тоже как-то сломали. Не сломали, дали бы понятно. Спасибо, мы просмотрим эпизод, если там будет какой-то с нашей стороны видение другое, будем отправлять в федерацию на рассмотрение этого момента. Плюс надо посмотреть протокол, что там у него записано. Спасибо, мы сегодня потеряли спину, зуб получается. Но не победили, к сожалению. К сожалению, что потери большие, выход по мой. Но выход Кадровникова, который попытался так. Он сказал, что я просто лицом к лицу подъехал. Он не ехал. Я говорю, он нормальный парень, он не будет, он не грязный. То есть он себя нормальный парень. Да. Говорит, я просто подъехал лицом к лицу, то есть думал, стычка будет. Просто все, что мы с Лимами столкнулись, как бы. И вот я не делал. Ну, он может врет, но я сомневаюсь, что он будет сказать. Я по-честному спросил, было или не было. Спасибо. Спасибо.